Раз уже видео снимать, то снимать полностью. Зачем мы берем велосипед этот? Не знаю. Ну вот узнаем. Короче, да. Вот. О чем речь такая? Речь о том, что мы вот взяли BMX, он моих кентов, Макара и Danger Max. Короче, у Макса и Макара, вот, которые тоже катаются. Макс на геймере, Макар, я не знаю, у него сейчас Pride Street, короче, у него байки меняются, как перчатки. Хотя я перчатки не очень часто меняю, ну, не суть. Ай-яй-яй. Вот этот вот шикарный аппарат, да? Давайте мы его занесем в комнату. Этот вот шикарный аппарат, он сейчас будет мной, конечно, мной реставрироваться, так скажем, Реставрация будет происходить. Реставрация будет приходить в том плане, что мы вот эту вот САСу сейчас снимем все наклейки, разберем, помоем, хотя, ну да, помоем, протрем, да. Короче, сейчас я, скорее всего, поставлю на таймлапс или на ускоренную съемку, заснимем, как его разбираю, заснимем потом покраску и тому подобное. Потому что вот эти все, вот это все говно надо снять. И, ну, нифига он. Это он желтый был или это неплохо, неплохо. Пока что мы концентрируемся на том, что мы должны все это разобрать, снять наклейки и покрасить правильно. Вот. В этом мне будет помогать черный ассистент, ассистентка. Будет следить за тем, чтобы все было заебись. Можно сказать, что подарок от пацанов будет. Вот. А я чисто, как бы, ну, чуть-чуть под, так скажем, подшлифую всю эту концепцию, чтобы вышло прям хорошо. Ну и видосик засниму. Все, погнали делать. Да? Да. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. По мне выглядит прикольно, то есть нежели если бы он черный был. Я в принципе люблю, так сказать, такой метод покраски. Завтра залакирую. Вот. Пока сохнет краска, то повымывал всякие мелкие детали, повытирал и тому подобное, чтобы было все чётенько. Вот. Шатуны подкрасил просто в черный. Руль надо залакировать сейчас. Ну, короче, в принципе, вы это все увидите уже скоро в готовом варианте. Я думаю, нет смысла растягивать. Сейчас. Спасибо Димке. Влил цепь на БМ. Даже смазочку еще и выжимку. Как это так? А? Да, кошка.
Итак, ну как бы, вот, BMX готов, ну практически. Он покрашен, осталось не собран, осталось только поставить колеса, которые Макс сейчас привезет, и цепь, которую я вам ранее показывал. А в целом, ну покраска, как по мне, удалась. Не без проблем, конечно, потому что с этим не очень понравилось то, что я красил в подъезде, но, ну, не важно. Вот, как бы, все обошлось, все хорошо, велосипед покрашен, и на самом деле, учитывая, что это мой первый опыт покраски рамы именно, то вышло, ну, мне прям нравится, на самом деле. Ну, то есть, прям красиво. Еще наклеечек добавил, еще руль, немножко небольшую текстурку на нем сделал, ну, не текстурку, а небольшие капельки такие белые. Ну, вышло, в принципе, неплохо, я считаю. Вот. А Макс с Макаром, кому они будут дарить? Они будут дарить нашей общей подруге, вот, которая им рост на ширке обычно делает. И я так понял, они, так, во-первых, вот, благодарить ее решили, а во-вторых, ну, просто, видно, сдружились и решили, что почему бы не собрать БМ, если есть запчасти, и хотя бы новый человек в катку был бы. Вот. Не знаю, насколько, не знаю... Ну, может быть, этот BMX вообще будет стоять где-то в подъезде, там, 10 лет, и на него никто не будет трогать. Но я надеюсь на лучшее все-таки. Вот. Да. В целом, больше нечего сказать. Я считаю, что проект удался. Почти. Вот. Ну, по крайней мере, покраска, я считаю, хорош. Учитывая, что он все сделано с баллончика и максимально бюджетно. Получилось прям хорошо. Какой же классный, да? Это кошка, если что. Не собака. Сейчас пойдем встречать Макса. Вот, с колесами. Сейчас мне положи. Оп, здорово. Здорово. Объясни, зачем ты привез это? За вас, сына, BMX. Топочки я себе ставлю. Отлично. Так, слушай, можешь подождать меня, я сейчас в магаз схожу за суперклеем. Ну, пошли со мной. Тогда давай колеса. А, бля, грипсы все порвал. Especially in stone or ancient scroll. December 25th has been blacklisted. Since Dawkins found the proof Jesus never existed. It was the last thing any... Вот. Что показываю? Где выжимка? Где выжимка? Вот. Что показываю? А тормоза мы не будем ставить, да? А их нету. Вдруг я тоже так готовился. А там в тайлапсе много человек. Ну да, любовь. Так заебался с этим велосипедом. 3 часа клепал ебучую цепь. Еще вот здесь вот. Пришлось немного подредактировать изолентой. Мы но... просто уронили. Тихо, там. Тихо! Это видео тоже будет смотреть. Не должна Настя знать, что под этой изолентой. Но все хорошо, ну. Сейчас все, пойдем дарить. Накачал, блядь? Я почти 4 качал. Ну ты, все, успокойся. Это ж пипец. Ну, для таких покрышек это слишком. Это шоссейные покрышки.
Не, они нормальные, но не держатся только. Все, готово. Снимаю? Да. Ну, короче, что рассказываю? А, включи там все. Убирал вообще. Короче, рассказываю. Вот, мы покрасили, собрали все. Вот, нам, как собрал я, покрасил я, детали их. Вот. Ну и в целом получилось вот так вот. Сейчас пойдем дарить. Ну вот он, кадр, ну и потом только оператором покажем. Да. А, выходите, выключай. Не, да, просто. Ну, а вы здесь подождете. И мы там стоим, короче, с байками. Нет, ломаю. Ну все, пошли. Типа, вы нажимаете. Ну, то есть, вы просто увидите, ну, и через. Вы, короче, я выйду и через минут, секунд 10 заходите. Знаешь, типа, и потом открывайте дверь от рамов. А там никого. Так что давай я как-то. Я буду первый. И ты снимаешь. Макар мазутный мальчик. Ох. Ну, а что ты уходишь уже? А что ты уходишь? Нет. Почему? А куда пойдем? Стой. Идем покажу. Ебаный рот. Ну вы где, блядь? А? Что? А? Вчера на фотках заметила? Или... У меня очень... Нет, я вижу, что у него в истории фотка, где он в очках у тебя в комнате. Я думаю, я вот сейчас встретимся, сейчас спрошу у тебя, ну там, наверное, было как-то что-то или там еще что-то, но ты твой, ты думаешь, снимаешь? Да... А я твой, бери. Говори, что, зачем ты, да? Короче, это BMX на все праздники жизни. Я просто оператор. Я уже должна остаться. Это на все праздники жизни. Я с вас, если честно, немножко позже. И, короче, на все праздники жизни, чтобы каталась как Фаби Вильмер, только на BMX. Вот. Нет, не первый апрель. Короче, да, катайся. Вот сделай сейчас баник. Баник-хоп сделай. Два еблана дарят школьнице BMX. Два школьника дарят школьнице BMX. Я думаю, это наберет очень много просмотров. То обними их хотя бы, не знаю. Контент сделай. Короче, Макар не шагистил, мы с соусом сделали. Макар вообще не там. Короче, ну, потом расскажу, как это все происходило на видео. Запчасти наши, да, его красили. Он был совсем другого цвета. Он выглядел как будто... Вот какая-то такая... Как ветеран после... Да тихо, там ничего нету. Мы его уронили. Это отсюда на... Комиссар. Не, но с другой стороны красненькое... Не... Ну да. Да, так посмотри. Желтый, красный, фиолетовый. Неадекватный. Нет, так ты... Да. Попробуй подпрыгнуть на него. Да, вообще, как мы? Ну, я тут нихуя не сделал, по сути. Вот, типа, их... Это велосипед их. Ну, как бы. Тут немножко... А, от меня, да. От меня тоже он есть... От меня жесткий есть подарок, кстати, тоже. Попробуй сядь. Типа, на, вот, чтоб крутить было чем его. Что? Не, ну, по факту-то нужная вещь, ну, ебаный рот. Да, понимаете, зачем? А, мы эту вещь должны... Короче, бля, возьмешь сейчас как-то рапы. A new year's revolution. We're gonna make a new year's revolution.
позорь. Мы тебе бубокс подарили, знаешь? Я не знаю, что сказать. Это... Мы сидим, короче, у него дома. Максимально странно и максимально непонятно. Я боюсь, ну... Мы садимся у него дома. Я просто смотрю вот это. На ошибки побыстрее делай, и все. Я вас не знаю, нет, не люблю. Я просто вижу вот эту вот историю, думаю, типа, интересно, как, вот зачем, а что? Вот ты еблан, блядь, ты все проебал. Ну, самое интересное, что я не додумалась такого. Я до последнего думала, что не будет. Старая фотка. Да, ну почему нет? Ты последнего думала или ты додумалась, но думала, что это не будет? Нет, я думала, что вообще этого не будет, в принципе, тем более, ну... А мы же тебе говорили, что... Когда уже зарядка закончится? На день рождения говорили. Там банка целая, ты чё? Мы же говорили, что на день рождения будем дарить. Ты, это реально для того, чтобы подарить? Через 3 месяца. Ладно, день рождения сегодня. Да, ура, у меня новый день. Короче, смотри, в четверг не поедешь с нами катать к Белоксу. Я тебя поняла. Эти шестигранники, у меня даже таких нет. Не понимаю, зачем оно, что оно... А эти бочки подкручивать волосы? Какие бочки? Очки. А, очки, да. Да, класс. Все, пока. Ты к Макару, Макар, да? А ты, Максим, к Макару, который к Макару. Ну ладно. Я к Макару. Ладно, пока. Прощайся, не знаю. Бесплатные нашивки, и за это все. Ладно, Тима, скажи всем пока. Подписывайтесь на канал. Да ему похуй, он живет свою жизнь.